Приветствую всех любителей видеоигр, это Skyforge. И тут одновременно, получается, в игре начались сразу вот одна новая акция, которая называется «Ценный экспонат». Я ее выформил, но сделаю ее попозже, так как перед этим я сделаю лучше видео вот по прокачке боевого, по прокачке транспортных средств. Это тоже такая типа акции, то в Skyforge запустился, но прикол в том, что я не понимаю, почему бы вот эти вот все вот эти вот книги полностью не поместить на торговую площадку в Skyforge, чтобы их можно было купить в любое время. Но разработчики почему-то... Там, конечно, есть некоторые книжки, но не все. И вот сейчас, да, получается, до 30 марта вот такая вот идет распродажа вот этих вот книжек, которые... Эти книжки, они улучшают, делают ваших боевых этих маунтов. Некоторых маунтов делают боевыми, также... Некоторым маунтам добавляют там различные свойства. Ну тут видите, у меня уже почти все книжки куплены, только вот не куплена вот эта вот книга «Обучение морских тварей покров». Это, короче, делает ездовых кэлпов, позволяет оставаться в седле при вступлении в бой. У меня вот боевой кэлп, вот такой вот. Этих кэлпов несколько, и всех этих кэлпов я добыл на вот этом там, на трене и на чемпе. Да, я даже не помню, какой из тренинг, какой из чемпов, но мне больше всех нравится вот этот ездовой кэлп. Но он у меня не боевой. То есть, чтобы мне сделать его боевым, мне нужно купить вот эту вот штучку. Сейчас покажу вам. Вот это вот. Так, где она тут? Вот. Обучение морских тварей покров. Также, помимо того, что... Мой кэлп станет боевым, то есть смогу я вступать в нем в бой и кататься на нем в бою. Также щит ездовых кэлпов будет увеличен на 50%. Но я его, эту книжку покупать не буду, потому что у этого кэлпа нет рывков. Есть более лучшие маунты, которые можно использовать. Сейчас я покажу маунтов, которыми я пользуюсь. Но это получается вот крылья или реактивный ранец плазменные крылья. У него тут тоже вот этих крыльев, на стандартных крыльях там совсем немного свойств, но если ты покупаешь свойства, давайте опять посмотрим книжки на эту ранец. Так, вот книжка, которая называется «Руководство. Основы ракетостроения». Эта книга улучшит ваш навык управления транспортом типа реактивной ранцы вне боя. Применение рывка включает режим форсажа, который значительно увеличивает вашу скорость на прямых траекториях, а во время приземление рывка получаемый урон уменьшен на 40%. А, во время применения рывка. Ну, давайте глянем. Получается, вот это вот умение форсаж. Если ты вот так вот прямо едешь, то видите, моя скорость становится увеличена. Если я сворачиваю, то все, скорость уменьшилась. Опять. Применяя рывок, видите, моя скорость сейчас как бы находится на форсаже. Это вот эти вот свойства, которые... Получается за счет вот покупания вот этой вот книги. Только жалко, конечно, что нигде там не написано про то, что какие вот эти вот свойства есть уже куплены у меня, когда вот это без этой распродажи. То есть я не могу глянуть, если я забыл, что у меня там есть, что нет, то не сможешь глянуть. Давайте дальше посмотрим. Также вот еще есть книжка, которая называется «Руководство атакующий маневр». Это тоже вот эти реактивные ранцы. То есть вот каждую секунду вне боя на персонажа накладывается эффект, увеличивающий урон на следующей атаке. Эффект суммируется до 10 раз. Это вот видите, вот у меня такой есть бафчик на персонажа вот здесь. Сейчас вот я снимаю, пропал. Сейчас надеваю. Вот эти бафчики начинают накапливаться, и при первом вступлении в бой мой урон там будет увеличенный. Ну это как бы такой разовый баф, такой разовый баф на урон. Также неплохо помогает, когда там проходишь какие-нибудь звенья или еще что-то. Также вот есть книжка, которая увеличивает вот эти вот реактивные ботинки, которые добавляют им там это тоже свойство. Вот она увеличивает дальность рывка этих реактивных ботинок на 75%. Но я как бы не советовал вот эти вот ботинки покупать. Мне как бы внешне они нравились, но они по скорости и, короче, по своей эффективности они проигрывают реактивным ранцам. Лучше, короче, их не брать. Также вот есть прикольные штучки на Древанга. Древанг, наверное, у всех есть. Его можно было покупать как за аргенты. Также их даже давали халявно там за какой-то квест по получению друида. Но это было давно. У меня, кстати, есть видео на канале,
как я получал этого дриванга. Но вот тут видите, одна из книжек, она увеличивает дальность рывка дриванга на 50%, а также противники, находящиеся под действием эффекта опутывающей корни, получают на 20% больше урона. Так, давайте еще посмотрим книжку. Вот еще одна книжка тоже на дривангов. Эффект опутывающей корни теперь наносит периодический урон и длится дольше, привязывая игроков к земле на 5 секунд, а монстров на 10 секунд. Это, кстати, могу показать. Берем, одеваем дриванга. У него, короче, вот тут рывки увеличенные. Сейчас я найду мобов и покажу, как их опутывает. Это получается, что их мобов опутывает в корне. И плюс они еще получают урон периодически, но там небольшой. Так, все, мобы найдены. Сейчас, короче, просто вот так покупаешь вот эти вот все книжки на дриванга, которые там есть. Получается, там одна книжка на увеличение длительности рывка. И есть книжка там на того, что вот эти вот при рывке у дриванга образуются опутывающие корни. И еще там получается свойство, что вот эти опутывающие корни наносят усиленный урон по мобам и также их окутывают. Ну вот смотрите, берете так, получается делаешь, и видите, по ним идет урон. Если местность, если мобы слабые на местности, он вообще даже может всех мобов сажать этот урон. Вот такое вот прикольное свойство, которое я бы советовал купить. Давайте еще покажу какие-нибудь книжки, которые я использую в этих самых. Какой я транспорт использую? Так, ну получается Пегас. Пегас я себе даже не покупал, поэтому я книжку на него тоже не брал. Потом Клапан. У него нет рывков, его я не пользуюсь. Книжку на него брать тоже смысла нету. Потом что тут? На шагоходы. На шагоходы я брал. Но шагоходы тоже как-то не очень. Потом еще книжка на Пегаса. Потом вот, вот это вот тоже, наверное, надо взять, если у кого-то есть Маозавр. И у него еще такой есть там имбовый рывок, то вот эта вот книжка, она называется вот «Погонщики Маозавров. Рывок». Книга позволяет, короче, вашему Маозавру делать его боевым, то есть остается он в бою. Не спешивайтесь в бою, если вы вступаете в бой, а также использовать длинный рывок. Сейчас я покажу. Берем Маозавра. У него, кстати, очень имбовый рывок. Оп. Видите, он быстрый. И еще там вроде есть другая книжка на Маозавра. Она позволяет там плеваться в мобов и там наносит какой-то урон, но это я не использую. Потому что там урона очень мало, и он вообще ни о чем. Да, ну вот такое получается. Если сам Маозавр без книжки, он какой-то убоговатый получается какой-то, а вот если книжку покупаешь, то прям становится нормально. Он далеко прыгает. Смотрим еще, что у нас тут есть. Так, это у нас на реактивные ботинки. Там позволяет эта книжка, если у вас есть реактивные ботинки, то добавляет к ним свойство умение парить. Потом это на дриванга я уже показывал. Это, а вот, вот это вот также цветки. Я иногда использую цветки на, там, на трениях, иногда на водяных было, чтобы перепрыгивать. И вот, вот это вот руководство позволяет, если ты находишься на цветке, позволяет тебе делать рывок. Также позволяет, делает цветок боевым и что тут еще, и наносит всем задетым противникам урон. Ну, урон там это такое себе, это не главное. Так, вот, получается, вот эта вот стальная роза сама по умолчанию, она такая вот, ничего не делает, просто на ней летаешь и паришь. Это, ну, как бы ее фишка, что она умеет парить. Но за счет того, что ты покупаешь вот эти вот книжки на вот эти вот цветковые там средства передвижения, она умеет, хоп, делать рывок. И вот эта вот, которая вокруг меня сейчас была, сейчас я даже на мобу похожу, делаешь рывок, и она чуть-чуть наносит урон, но она, видите, меньше, чем. Также вот опыление. Это тоже второе свойство, которое ты можешь добавить за счет книжки, но урона, видите, тут хуже, чем у дриванга.
Урон это как бы тут и мало. Фишка этого транспорта не в уроне, а в том, что он умеет планировать. Так вот, также еще и рывки делать. Ну давайте еще там что-нибудь покажу. Так, это рывок показал загонщики, а вот загонщики мозавр кислота. Позволяет использовать способность кислота, мозавр плюс цель кислотой для действия в течение 7 секунд. Ну давайте, кстати, можно показать, какой у него урон будет у этой кислоты. Я говорю, что он маленький, но сейчас посмотрим на мобов. Вот он, наешку. Плююсь кислотой, он, видите, тут вообще ни о чем. Короче, это... Эту книжку можно вообще, наверное, даже не брать. Она у меня есть, потому что когда была акция на Мозавра, то я его брал сразу целиком. Там был Мозавр, и сразу все книжки шли ему в придачу целиком. Поэтому у меня есть все эти книжки. Отдельные книжки я не покупал. Так, на чем мы тут остановились? На кислоте, да? Потом... Острые шипы. А, ну это я уже показывал. У Древанга там опыление это. У цветков я тоже показывал. Рывок Древанга показывал. Это что такое? А, реактивные ботинки. Это реактивные ранцы. Да, это я уже показывал. Потом, что тут келпы не нужны мне. Вот это, кстати, непонятно. У меня тоже эта книжка есть, но она, так я понял, используется, наверное, только на этом. На противостоянии пандеонов там, чтобы ты выпускаешь снаряд и чтобы сбросить противника с этого с маунта, на котором он есть. Ну и внизу тут есть боевые животные. Атака грифона. Боевые животные, они всегда есть на продаже, их можно купить, когда заходишь. А вот эти вот всякие селекции Древанга, там книжки для парящих цветков и книжки для мозавров, они получаются, появляются очень редко в продаже. И вот сейчас, да, получается, оно только до 30 марта. Кстати, вот про атаку грифона, что он получается приспешный, грифон кинется в гущу врагов, нанеся урон всем на своем пути. Позволяет оставаться в седле при вступлении в бой. И, наверное, этот цветок, эту книжку можно купить только ради того, чтобы сделать грифона боевым маунтом. А так, это умелка какая-то вроде, по-моему, ни о чем. Так, ну вот, наверное, видео буду заканчивать. Рассказал про маунты, которые я использую самые, какие на них я покупал, какие там на них были улучшения. Если вы хотите улучшить свои маунты, то поспешите до 30 марта, получается, есть такая возможность. Там, получается, они стоят по 5000 аргентов. Кстати, в прошлые разы вот таких вот прям улучшений маунтов прям конкретных не было. Там были рандомные сундучки, ты их открывал, и тебе вылазило рандомное улучшение на маунтов. Кстати, у меня такое видео на канале где-то было. А в этот раз, видите, разработчики сделали даже уже конкретное. Какое тебе нужно улучшение, такое иди себе и покупай. Ладно, всем спасибо за просмотр и пока. Видео про новую акцию будет немного попозже.